Всем здравствуйте. Продолжаем эксперименты с банкой. Иду на банку, на две банки левее. Солнце мне надо. Время в районе 6. Примерно так же, как в прошлый раз. 6:10. Смещаюсь я в сторону своего колодца, километра по 2, наверное, от первого места. Вон козлик бежит, не вижу, с рогами, без рогов. Сейчас отсюда тоже рогач с козой побежали. В общем, что, будем пробовать. Как разведка сообщила, лось сместился в эту сторону. Так что, возможно, мы его сегодня нервы потрепим. Тишина как раз. Вот так вот. Сейчас зайду еще в одно место. Надо мне проверить. А может быть, я уже и дошел до этого места. 15 сентября сегодня. Да, до места я до нужного дошел. Сейчас я его проверю и пойду манить лося. Ну что я скажу, здесь зверя нет. Как-то в этом году со зверем похожа напряженка с полосатым, но мы отдельно съездим в разведку, что как-то вот так. Есть тут старые пребывания, следы, что тут лосик ходит этим местом периодически. Так что где-то мы его, наверное, в этом году здесь и заснимем, зафотоохотим, так скажем. Какой-то звук справа. Это ворон летит так. Похоже, мне показалось. Слуха-то нет. Все, ждем лося. Пока, в общем, тишина. Ну, где-то он здесь должен быть. Техника рядом гудит. Может быть, она его напугает. Или напугала. Ну все, мне кажется, я добрался до места, где надо посидеть. Теперь здесь вот какие-то большие шаги есть когда-то. Вот выглядят примерно точно так же, как я ходил. Так что будем лося слушать здесь. Что из этого выйдет, не знаю. Может, вон туда за кустики сейчас зайду.
тишина. Кроме... В общем, он оттуда идет, отзывается лось. Вроде вот он до вот этой кочки дошел. Я у крайней маленькой березки был. 48 шагов я, в общем, насчитал до него. Машинка неплохая, ощущения непонятные. Первый раз, первый удачный опыт, третий день эксперимента. Я почему-то рассчитывал, что у меня сердце будет колотиться, что в пятки уйдет. А как-то все непонятно, как-то все так спокойно, холоднокровно. Надо повторить другого или этого же еще. Мне интересно теперь, уйдет он, не уйдет. Вдруг он никуда не уйдет, то я ему еще раз на психику подействую. Вот она, рабочая баночка. Вот такая. Вот так вот. Удачно. Удачно, в общем. Ну все. Всем пока. Можно домой. Возвращаться сегодня пораньше. Не в полной темноте, как предыдущих я два дня. Совсем-совсем темно. Ничего не видно. Возвращался. Вот так вот. Всем пока. Кстати, одет вот я, привет всем, вот так вот во всем черном. Не знаю, хватает у меня длины руки или не хватает. Показать. Стоял прямо вот так вот сбоку возле березки. Ну и он тоже черный. Если бы сидел, прятался, мне кажется, он бы еще ближе подошел. Ну, если бы не кричал, может, так часто. У меня как с косулями. Там свищу часто, потому что смотрю на их реакцию. И когда он реагирует, на писк идет, значит, это не вредит. Так и здесь. Когда он останавливался, стоял я. Камера не всегда снимала. Иногда он стоял до тех пор, пока я звук из банка не издам. Потом с него сразу слюни бегут, он в мою сторону реагирует, начинает движение. 15 сентября сегодня. Вот так вот. Опыт есть, будем нарабатывать. Вот, ребята, лосишка. Ничто такой. Взгляд мне его не нравится. Отростки буду дома считать. Черного. Я во всем черном одет.
психовать. Сейчас ко мне направляется. Облизывается. Звук был. Слюни у него бегут. Кажется, я сфальшивил. Все, убежал. Метров, не знаю, 60, наверное, 50 до него было, как по мне.